Глава Ненецкого округа Игорь Кошин дал конкретное поручение руководителям исполнительной власти региона по итогам поездки в поселке Харивер и Харута. В ходе рабочего визита на восток округа глава региона лично проинспектировал строительство объектов коммунальной и жилищной инфраструктуры, провел встречи с депутатами сельских советов и населением отдаленных поселков. Поездка на восток началась с посещения Харивера. Глава региона вместе с руководителями органов власти округа и Заполярного района побывал на одном из долгостроев – здании дизельной электростанции. Проблема на сегодняшний день решается исключительно в правовой плоскости. Арбитражный суд на основании иска администрации Заполярного района присудил недобросовестному подрядчику компании «Печорстрой» штраф в размере 37 миллионов рублей. Еще один долгострой Харивера, который планировалось сдать в эксплуатацию еще в прошлом году, участковая больница. Здесь перспективы более радужные, и принять здание в эксплуатацию смогут уже в ближайшее время, после устранения выявленных недостатков. В начале августа в поселке ждут приезда специалистов, которые приступят к монтажу уже завезенных медицинского оборудования. Жители Харивера на встрече с главой округа задали накопившиеся вопросы. Так интересовались подробностями проведения кампании по северному завозу топлива, доставки строительных материалов в населенный пункт, в том числе выделением песка для строительных нужд. В этой связи глава региона Игорь Кошин поручил своему заместителю Сергею Чибисову ускорить выполнение давно поставленной задачи по обеспечению строительным песком индивидуальных застройщиков на селе.